читаю и смотрю, вам не нравится видео, да? Вам не нравится реальная жизнь, да? Хотите художественный фильм, чтобы я снял, чтобы не было как реально? Сейчас еду в Норвегию. Загрузился в Финляндии. Трубами. Сейчас еду на стояночку на Масовский АБЦ. В воскресенье у меня уже паром с утра, так что стою 24 часа всего. Пересекаю границу морскую и Швеции. До первой точки там 250 километров. Разгружаюсь и пошел дальше в Норку. Сейчас загрузили 30 тонн мне. Будет тяжко немножко, конечно, там с 30 тоннами. Но ничего. Просто медленно будем идти. Может, логистики мне выходной дадут. И тогда я там точно на рыбалке останусь. Буду рыбас ловить. У меня две удочки. Одна такая чисто лососевая. А другая такая. Маленькую рыбку половить. Так что в понедельник будет видно, как я дальше буду отдыхать. Мне еще осталось до стояночки 80 километров. Нормальное место займу, то тогда еще виду сниму там. Раз не хотите больше жрать, а жратве больше еды, не буду снимать. И сидите вы там как хотите и думаете, что хотите. Да не, мужики, видосы не просто так же выкладываются. Сейчас кому надоедает, они же это тролли. Троллик сразу вот такими видосами и выявляешь. Они молчат, молчат, а потом их из себя этого видос выводит, и они начинают говорить. И тут мы их на начальном этапе уже выслеживаем и удаляем. В итоге они позже не будут мне снимать нормальные видосы, понимаете? Потому что кому надо, тот все равно останется и будет смотреть. Так что алюлюкать бесполезно. Ой, блин, как хорошо. Если не жратва вас интересует, тогда видео буду показывать. Вау! Кислятина, ёлки-палки. Ну вот, положил куда-то пробку. А куда, хрен знает. Ну так вот. Для троллей это все сделано. Мы их будем за горло брать, чтоб нам не мешали просто. Видос-то нормальные, не так просто выложить.
меня фильмы до 15 гигабайт. Поэтому хоть какой-то маленький так записываю и так что-то хоть выкину. Для разнообразия. Сейчас на улице солнце светит. 7 градусов. Поэтому наконец-то этот отдых. Холодильник, как говорится, уже пустой практически. Придется в ОБЦшке затариваться. Пожрать. И опять пожрать. Что-то горит там впереди. Просто костерчик развели. Так что нормально. Упс. Знак 60. А мы не тормозим. Теперь тормозим. Интересовался какими-то данными, там сколько машина кушает и так далее. Сейчас я вам покажу. Вот столько. Ну как, видно было? Думаю, что видно. Выкладываю их, но хочу над вами посмеяться, а? Троллятины.